Прямо уже вообще надоело все это. Вот, всем пока. Ну, называй, ты иди сюда. Мир дома всему. Мир. Мир. С миром. Так. Заходи. Проходите сюда. Я сегодня необычно приготовил вам сюрприз показать. Шторку закрой. Машину проехала. Можно закрыть пока. Володя, а? Отсвечивать на камеру. Давай, давай. Вчера у меня буска окатилась. Да вы что? Интересно, принесла котят. Из пятен. Один серый, другой белый, один черный, один рыжий. Я такого никогда не видал даже. Песня такая даже есть. Один серый, другой белый. Два веселых. Два веселых гуся. У вас четыре. Вот сюда посмотри, Володя, где она находится. Включи туда, хочешь, свет. Нет, у меня тут нет. Вон она там сидит. Сейчас. Потом я валенками загородил, а она одного котенка принесла наверху. Я заскочил, долго нет, не идет обедать. Я гляжу, она... А у вас фонарик, фонарик есть? Есть. Фонарик у меня есть. А сейчас он пускай будет. У меня мощный. Игнат Тихович, да у меня есть. Вот, смотри. Ого. Видно? Да, о, видно. Сейчас я его выношу оттуда, гляди. Шуршики. Господи, благослови. Ну-ка, Буска, пошли, Буска, пошли, пошли скорее. Ее надо выманать оттуда. Она боится. Буска, пошли. Она боится. Ну какая ты, а? Но после этого случая вытащит кто-нибудь котят сразу. Вот она, моя Буска. Значит, ничего лишнего, только кто какого выберет. Вот она. Я могу сюда выложить. Красивая. Вот смотри. Так, ты кому хотела женщине, которой... А у той женщины адрес, телефон есть? Да нету, но... Но возьмет или нет, дальше-то что будет? Возьмут, возьмут. Мне давай беленького, лично мне. Независимо от того, кот или кошка. А тоже. Есть серенького, независимо. А я не понимаю, например, как... Ну, это кошка. Кошка, ну, ничего. Ну, и кто это? По-моему, это кошечка. Так, белая кошечка. А рыжая... Одинаково все у них. Нет, это котик. Рыжий котик, а серый. Вообще ничего нет. Тоже котик. Это кошечка. Так я считаю. Да пузатые какие. Рычит. Слепыши, второй день. Ну-ка подожди, что такое? Корябается еще. Ну еще. Кот, наверное. Так, белый еще какой? Мне котика тогда, мне не надо кошечку вот так вот уничтожать не буду. Надо, не надо, я даже не определил, это так примерно. Трудно определить, оно там все вместе. Это же не ребенок. Ну, говори, какую? Ну, давай котика мне, рыженького, ты говоришь. Да котик. Котика не мог определить, я только так сказал. Ну и серенькие. Рыжего и серенького. Белое не берешь? Нет. Кошка, не надо мне кошку. Да не знаю, я еще раз говорю. На, смотри, бери сама, смотри. Ты сейчас смотри, а дернула. Я не понимаю. Ну и все, я столько же. То есть Сергей Павлович у нас? Так что не называй кошечкой. Ну кто понимает? Так, бери. Я тоже смотрю, смотрю. Можно посмотреть мне? Да, можно. Буска, буска, буска. Как мышата. Ничего не определишь. Понятно. Посмотри на всех. И уже коготки, уши, все у него. Ну, вон она. Посмотри, где Буска-то. Да, да, я знаю. Показывай. Она ревниво смотрит. Вот писикает. А? Похоже, что вот это... писает, вот. Вот в стороне, который, вот он писает. Вот это вот яички. Кот. А это в стороне кот. Вот это кот. Ну, это примерно тоже, тоже не знаю. Тихо.
Так. И главное, серый, черный, рыжий и белый. Как так может быть? Бабка, говорит, с водолазом узналась. А вот это кошечка. Серая кошечка, и да? Ну ладно, так, выбирай. Давай рыжий-то у меня, котик. А? Котик, рыжий. Рыжий еще кого? Котик. Рыжий еще какого? Это черный. Для женщины только. Ну, беленького давай ей отдам. Серенький. А белые и черные не нужны, да? Мне надо сегодня по деревне поспрашивать. Нет, она про белого сказала. Про белого. Белого. Белого вот берешь? Она берет. Белый. Да, белый. Вот это кошка. И рыжий. Вот они двое. Белого и рыжего. А вот эти оставлю. Ну, это в деревне кто-нибудь возьмет. О! А кто возьмет? У всех полностью. А пузатые такие, значит, она кормит их хорошо. Я ей даю тут всего. Вы не так не думаете, кто-нибудь возьмет. Если не возьмет. Если оттуда. Она их утащит сейчас у тебя. Но из кого? Утащит или нет, как знать. А давай. Потому что так всегда. Если потрогал руками, все, она уже утащит и никогда не найдешь. Что там попало? Какие-то журналы. Все. Значит, белого и рыжего оставляю. А остальное надо искать сегодня. Поищите, кому надо. Уходим. На работу. Так, Володя, ремонтируешь велосипед, берешь тачку, пилу, это сказать, литовку, точить, чтобы у тебя было все. И сразу начинай выкоси все. Кочурки где-то не напарись на них. А мы оттуда прям сразу к тебе пошлем. Так, ребята, вы грабли, посмотрите, сейчас я выйду. Все, заканчиваю, да? Да.